Всем здравствуйте! Приветствую вас на моем канале в рубрике «Мини-распаковочки». Сегодня у нас несколько посылок, как всегда. Вот. Одну посылку я редко распаковываю, всегда что-то, как говорится, скапливается. Вот. Начнем, значит, с небольшой посылочки, с небольшого товарчика. Это... вот такой вот баллонный ключ от компании Gross. Фирма немецкая, производство будет Тайвань. Значит, в комплекте гайки 17-19, они двухсторонние идут. Вот, и 21-23, ну, самые ходовые. Значит, выполнена она вот в таком вот кейсе, чтобы, как говорится, не терялось ничего, все лежало хорошо. Вот так он открывается. Здесь уплотнительное, чтобы не дребезжало ничего. Здесь одна рукоять. О, металл прям такой хороший, увесистый. И вторая рукоять. О, вторая рукоять на подшипнике. Вот. А здесь вот такая вот система. Раз. Можно как бы вот крутить. И два. И гаечки будут у вас откручиваться идеально. Либо так откручиваем, либо, если нужно усилие приложить, вот так. Сорвали, пододвинули и откручиваем. Так что вот так. И две головки. Они вот такие проходные. Получается, щелк одна сторона, сняли, щелк другая. И, соответственно, вот такая еще. То же самое, проходная. Материал мощный такой, крепкий и, в принципе, увесисто все. Не тоненький какой-то. Все-таки фирма делает качественные вещи. И вот такой вот транспортировочный кейсик. Все складывается, ничего никуда не болтается, не дребезжит. Ну и чтобы не дребезжал уж 100%, вот такой вот поролончик. Очень удобно, в машине будет занимать очень мало места. В принципе, размером как бы почти с аварийный знак. Он тоже, если складывается, такой вот маленький, узенький, можно их, в принципе, вместе сложить, резиночкой перетянуть и все. Так что вот такой вот очень нужный инструмент. Тем более сейчас все перебываются. Я еще, кстати, не переобул машину. Вот. Так что как раз-таки и испробуем. Так, это была посылка номер раз. А теперь очень долгожданная посылка номер два. Вот такой вот супер-пупер красивый, весь мятый 3D принтер Тева Тарантула Про. Но чтобы немножко вас потомить, вскроем еще одну упаковочку. Но еще одна посылочка. А этот красавчик пускай полежит. Так, пришел нам недорогой регулятор оборотов. Обычная китайская no-name фирма. ESC с вентилятором. Кнопочка отдельно, крупный такой тумблер, здоровенный. Так, тут никуда он, походу, не цепляется к регулятору, значит, все время будет в стороне. Вентилятор можно отключать, он выведен, значит, штекером, но он пускай будет. Так, и получается, он идет... двухмоторный. Можно подключать к нему два мотора. По характеристикам на пакете ничего нету. Заявлено 320 ампер. Ну, разделим их напополам сразу. Вот. Ну, дай бог, чтобы ампер 120 было, как бы говорится, по 60 на каждый двигатель.
Вот. Ну, в принципе, два двигателя, я не знаю, будем ли использовать или нет. Хотелось мне, конечно, попробовать поставить на одну коробку два двигателя. Я уже распечатал раму под такую систему. Но не знаю, не пробовал. Вот. Нет у меня сейчас два одинаковых мотора. Значит, соответственно, регулятор будем использовать пока что на один выход с очень большим запасом. Посмотрим, как он себя поведет. Я смотрю, что он не загерметичен совсем. Так что вскроем его и зальем. Ну, не эпоксидкой, а хотя бы пластиком 71. Так, ну все, убираем его в стороночку. Сейчас мы его сразу проверим на всякий случай, чтобы не было вопросов. Но для начала вскроем вот этого красавца. Конечно, по сборке будет отдельное видео. Здесь мы сейчас с вами просто бегло посмотрим. Распаковки такого принтера уже на просторах YouTube миллион. В принципе, сильно зацикливаться не будем. У меня, конечно, как вы видите, есть уже один принтер. Вот. Но я решил немножечко обновить. Все-таки технологии не стоят на месте. А этот принтер уже старый. Грубо говоря, самого первого поколения, когда они только пошли. У нас здесь такие более доступные. Это кто разбирается, как она, Пруса А6. Вот, самое первое. Ну, в принципе, как говорится, качество печати более-менее. Просто хотелось еще один для быстроты. Вот. И хотел, значит, чтобы не менять, один будет на более детальные стоять настройки. Как говорится, сделаем, чтобы был сопло маленькое, чтобы такие мини, ну, покачественные детали делать. А на этом, грубо говоря, как делали, так и все остальное будет идти. Может быть, поставлю разный пластик на одном такой, на другом такой. Так, ну вот, так, вскрываем. Давайте, значит, чуть-чуть поближе сейчас. Вот так вот, например. Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, в принципе, коробка вся мятая, но проложено тут вроде все нормально. Внутри все в пенопласте, ну, ничего не должно быть. О, коврик. Ихний фирменный на 3М скотче приклеивается к столу. Что мне понравилось, то что стол подогревательный сразу уже сделан, значит, с утеплителем и, соответственно, будет быстрее нагреваться. Здесь у нас пленочка транспортировочная, ее надо будет оторвать. И еще очень удобно то, что не надо отвертками там что-то прикручивать, вот эти контакты. Здесь свои фишки, все разные, будут приклеиваться. Так, ну тут у нас, смотрите, анодированный алюминий. Многие говорили про колесики. Кстати, тут колесики какие-то вообще с заусенцами. Сейчас надо будет поговорить. Колесо пластиковое. Тут говорил металлические, пластиковые колеса. Вот. Экструдер с двумя вентиляторами. Вот. Все тут что-то у нас на термопасту посажено. Ну так, в принципе, пластиковое этот. Но с ихним логотипом Тева. Вентиляторы интересненькие такие. Вот. Почему-то прикручены только на два винтика. Можно еще, наверное, два самолетика поставить, чтобы не гудели. И видите, опять отличный от другого уже разъем. Вот. Так что будем пробовать собирать. Я думаю, не очень сложно. Но, конечно, тот я покупал БУ, уже собранный. Мне оставалось только немножко его подрегулировать. Так, смотрите. Ну и запустить.
Так, смотрите, значит, флешечка на 512, на которой, кстати, я уже посмотрел по обзорам, будет инструкция по сборке, так что придется отдельно использовать. Шаговые двигатели. Такие мягенькие. Ну, в принципе, похоже на мои, на те. Размерчик. Прям почти такие же. Так, ну тут, в принципе, больше мы... Так, пластина напечатанная на принтере. О, еще колеса. Еще колеса. Еще колеса. Пластмасски, железки. Ну, я думаю, что нечего тут очень много этого всего смотреть. Кстати, хорошие направляющие. Вот. Ребята промеривают их профиль, чтобы был не кривой, как говорится, не широкий, узкий, чтобы хорошо ходило. Сборка будет, значит, обязательно. Уже я прочитал, на что следует обратить внимание. Вот. Подкручивающийся стол подкручивать, значит, колесики очень удобно. Не так, как у меня маленькие гаечки, тут прям большие. Очень удобно будет. Так, дальше. Разъемчики какие-то. Ну, разберемся. Я думаю, что нечего вот эту вот всю, как говорится, доставать. Пускай он весь запечатан хорошо, пускай так все и лежит. Как дойдет время, значит, до сборки, значит, сделаем видео со сборочкой. Вот. Я думаю, что пару недель мне понадобится, чтобы это все дело добро собрать. Вот. Так что видосик будет. Еще раз скажу. Вот такой вот красавчик нам пришел. Тева Тарантула Про. Вот. А сейчас, значит, мы его назад запаковываем и проверим регулятор. Как раз тачка у нас тут стоит. Надо ее будет помыть. Так, давайте оденем стяжечки на нее, на коробку. Вот, и вернемся уже к подключенному регулятору. Так, к сожалению, протестировать нам не получится наш регулятор. Потому что я разъемы на своих везде меняю на XT60, а переходничок у меня остался в мастерской. Вот, с такого на тот. Либо потом перепаяем здесь, либо будем использовать с переходником. Так что собираем все назад. И уже когда будем на какую-то модель ставить, тогда еще раз на него обратим внимание. Возможно, мы уже загерметим его к тому времени. Вот, тогда скажем, как он себя ведет, и все. А сейчас я отправляюсь мыть свою машину. Потому что после последней покатушки все-таки была осень, ее немножко угваздали. Всем пока, спасибо за просмотр. Как всегда говорю, будут вопросы, пишите. Вот. Подписывайтесь на Инстаграм, на группу ВКонтакте. Информация иногда выскакивает почаще, чем видео выходит. Ну все. Всего доброго всем. Предлагайте. Может быть, что-то новенькое. Может быть, кому-то охота на что-то посмотреть.